Во дворце спортивного комплекса имени Гамида Гамидова прошел ежегодный турнир молодежного первенства Дагестана по вольной борьбе, посвященный заслуженным тренерам Советского Союза Арминака Карапетяна и Магомеда Рамазанова. Более 200 участников в 8 весовых категориях на протяжении 2 дней боролись за участие в соревнованиях Северокавказского федерального округа, которые пройдут в ближайшее время в столице республики. Прибывшие с различных регионов Дагестана спортсмены боролись за звание лучших. Организаторами данного турнира являются Министерство по физической культуре и спорту, Федерация вольной борьбы республики, а также администрация муниципального образования город Хасавюрт. До начала первенства мы провели зональные соревнования в муниципальных образованиях и городах Республики Дагестан. И лучшие спортсмены своих городов, своих районов выступают на финальной части первенства Дагестана. Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить руководство администрации города Хасавюрта, спорткомитет города Хасавюрта, всех работников, которые помогают нам в этой работе, и пожелать им успеха в новом году. Уже в феврале месяце текущего года в столице республики пройдет первенство Северокавказского федерального округа, где определится состав сборной Дагестана по вольной борьбе, которые представят Дагестан на первенстве России. По словам главного судьи данного вида соревнований Умарасхаба Курамагомедова, подготовленность участников к соревнованиям на высшем уровне. Несмотря на достойных соперников, каждый из вольников показал свой наилучший результат. Продолжив, что целью проводимых соревнований является привитие интереса молодежи к данному виду спорта. Впервые мы разработали такую методику отбора на первенство Дагестана. Значит, разделили все зоны Дагестана. Раньше было 16 зон, мы сейчас сделали 4 зоны, то есть горные, там северные, южные, город Хасавюрт, город Махачкала. Надежда большая, что к зоне России и к России мы в кое-каких местах мы подойдем, подготовим ребят. Но будет очень тяжело в Владикавказе, мы дома выиграем. На соревнованиях хасавюртовским вольникам удалось достойно завоевать 5 золотых медалей, 2 из которых присудили воспитанникам спортивной школы братьев Сайтеевых. 2 награды высшей пробы завоевали спортсмены училища Олимпийского резерва, а также 1 золотая медаль у вольника спортивной школы имени Шамиля Умаханова, которые, несмотря на сложности, стали первыми и будут выступать на первенстве Северокавказского федерального округа в своей весовой категории. Также хасавюртовским спортсменам удалось завоевать 3 серебряных медали и 4 бронзовых. По словам организаторов спортивных мероприятий такого масштаба, в Хасавюрте проводятся на систематическом уровне. И Хасавюрт по праву признан самым спортивным городом Дагестана. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».